В рамках губернаторской программы благоустройства дворовых территорий муниципальных образований в городском округе Люберцы проходит установка детских и спортивных площадок. За каждым объектом ведется строгий контроль. По всему округу проводятся выездные совещания по этим вопросам. На одном из таких побывала наша съемочная группа. Очередное выездное совещание по вопросам установки детских и спортивных площадок прошло на улице Юбилейная в районе дома номер 17. В нем приняли участие представители администрации, управляющей компанией Госсадмтехнадзора. Устанавливаются элементы. Также установлена спортивная площадка, подготовлена площадка для установки тренажеров. В настоящий момент мы проконтролировали работу, которая идет по графику. В ходе проверки были выявлены недочеты. Например, рядом с объектом отсутствовал информационный щит с данными о заказчике, подрядной организации и сроках выполнения работ. Были нарушения и посерьезнее. Для нас любое место производства работ должно быть огорожено, то есть исключать доступ посторонних лиц. Здесь мы видим, что ограждение из одной киперной ленты, для меня это не удовлетворительное ограждение, поскольку все-таки при производстве работ не соблюдены все условия безопасности, в том числе и для предотвращения посещения детей, так скажем. Эти замечания пока в устной форме переданы подрядной организации. На их устранение дано 2-3 дня. Всего к началу осени планируется установить порядка 110 детских и спортивных площадок. Мария Лапычева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.